Крутинки 22 июня состоялся Большой оргкомитет «Королевы спорта» 2018. Подготовка к главным летним сельским стартам года выходит на финишную прямую. На повестке дня вопросы о готовности мест размещения и питания участников праздника. Также организаторы озвучили подробности культурной программы и церемонии торжественного открытия. На заседании обсудили охрану общественного порядка, медицинское обслуживание, работы по обеспечению пожарной безопасности и информационного сопровождения. Уверены, что успеем вовремя все работы подвести, все остальные службы по организации праздника, по организации спортивной, культурной части, по организации бытовых условий для участников и оргкомитета, и культурная программа, они все готовы, ждут своих гостей. Настроение в Крутинском районе соответствует праздничному, настрой боевой, поэтому, думаю, все успеем вовремя, и праздник состоится. Тот подъем или порыв, который есть у крутинцев, он и у оргкомитета, он передается для всех жителей Крутинского района. Все сельские поселения приедут со своими номерами на праздник, на этот. А главное, что помощь большая сегодня со стороны губернатора Боркова Александра Владимировича, министра спорта Киркорянца Дмитрия Геннадьевича, оргкомитет очень серьезно нам помогает. Объекты для проведения финалов «Королевы спорта» в Крутинке расположены компактно. Сейчас завершаются работы по укладке легкоатлетической дорожки и подготовке покрытия на волейбольной площадке. Стадион, который совсем скоро станет эпицентром спортивных событий, расположен на берегу живописного озера Ик. Напомним, Крутинский район в третий раз станет столицей областных спартакиад. С 5 по 8 июля здесь вновь соберутся спортсмены из всех 32 районов региона. Торжественное открытие «Королевы спорта-2018» состоится 6 июля в 16:00.